Сели наши на луну, на дневную сторону. Неудачно прилунились и разбились об луну. Взяв лопату и багор, вышли наши на бугор. Там стоит американский лунный модуль Survivor. Здрасте, хаю-ду-ю-ду, угодили мы в беду. Мы же, помните, дружили, ну, в каком-то там году. Мы, товарищ, друг энд брат, выручайте, говорят. Дайте вашу колымагу, мы на землю и назад. Вы с ума сошли совсем? Что нам скажет дядя Сэм? Здесь на сотню миллионов компонентов и систем. Интересное кино. А что ж тут стоить так должно? Скажем, это что такое и зачем оно нужно? Это управление пульт. Там педали есть и руль. Чтобы не был при посадке трах-бабах и буль-буль-буль. Ох и странный вы народ. Нахрена нам поворот? Нам лететь все время прямо. Сколько стоит вот так вот? Если без руля совсем, 37 миллионов, все равно ужасно много. А вот это вам зачем? Это чистый кислород, поступает прямо в рот. Астронавт без кислорода заскучает и умрет. Не волнуйся, не помрем, как-нибудь переживем. Нам лететь 15 минут, выгружай, вот так почем? 25 миллионов, правда, тяжело продать, так как в этом состоянии не получится взлетать. Ерунды не говори, лучше вот на что смотри. Это что у вас такое там насыпано внутри? Это черный порошок, это топливо, дружок. Без него вся эта штука не ракета, а горшок. Вызывает интерес ваш технический прогресс. Ну нахрена нам этот мусор? Сколько будет стоить без? Как сказал Жак-Ив Кусто, сшив из ежика пальто, эта странная хреновня будет стоить $100. Командир без лишних слов стал серьезен и суров, доставая сотню баксов из космических штанов. Все подальше разошлись, наши внутрь забрались, и, похоже, в самом деле отрываться собрались. Перегнувшись через край, командир сказал: «Давай, аккуратно, по команде, Магомедов поджигай! 5, 4, 3, 2, 1, погас!»